На смену морозу снег и ветер. У дворников новый вызов – чистить город одновременно и от снега, и от гололеда. Также у них задача – убирать затвердевший снег с остановок общественного транспорта. Первые от него избавили Театральную площадь. Как погода нормализовалась, подрядчики вернулись к вывозу снега. За прошлую ночь собрали с улиц города 7 кубометров снежных масс. Этим занимались 50 самосвалов. Всего по городу снег убирали около 100 единиц техники. Тротуары и дороги посыпают галитом. Температура воздуха как раз для него подходит. За сутки один из подрядчиков израсходовал почти 25 тонн реагента.